дня. Приветствую вас сердечно. Хочу вам напомнить, наверное, вы летали во сне, в детстве. Говорят, дети летают во сне, значит, растут. Ну, наверное, там появляется это состояние гармонии, где нету энергозатрат. Вот эта легкость, невесомость. Ну, там, я тоже помню, в детстве летал во сне, когда там во сне как-то, ну, так ножкой оттолкнешься и летаешь, как бы потом ножкой оттолкнешься и летаешь. У кого-то как-то было такое, когда они летали во сне, вот такое состояние какой-то легкости, невесомости, какой-то такой, знаете, как бы такой прозрачности. Но я не знаю, как это описать словами, наверное, вы лучше знаете, если вы вспомните, как вы летали во сне. 30% людей, я думаю, летали во сне. Летали во сне, и вот, пожалуйста, вы мне напишите, какие ощущения вы испытывали в полетах во сне, а может быть, сейчас есть и взрослые люди, которые летают, продолжают летать во сне. А есть люди, которые в какой-то момент перестали летать во сне, или теперь во сне только падают там во сне. А в сновидении я имею в виду, а не вообще, когда падают. Я имею в виду вот что главное. Сейчас вспомнить состояние вот этого полета во сне. Пожалуйста, вспомните это состояние, потому что когда вы вспоминаете это состояние, которое испытывали во сне, в полетах во сне, автоматически происходит по этому воспоминанию у вас включение тех самых ощущений, включение тех самых гормональной сферы той, которая тогда бывает в эти моменты. Вы знаете, что там в этот момент начинают гормоны регулироваться, ваше здоровье начинает улучшаться, а у больного человека даже походка тяжелая. Да, а когда он вспоминает полеты во сне, тут происходит такое таинство, можно сказать, такое чудо, можно сказать, образно разговаривая. Да, это вообще это очень интересно и полезно время от времени вспомнить, как вы летали во сне. Пожалуйста, напишите мне вот эти ощущения. Это же такие необыкновенные ощущения. Я в одной из книг писал, что это был первый опыт внутренней свободы, который помогал нам потом отличать черное от белого, ложь от истины. Ну, это критерий такой, как нота ля при настройке пианино. Да, это такой вот, ну как бы это сказать, чтобы как бы это эталон, что ли, свободы. Это та легкость, та такая вот. Ну напишите, пожалуйста, какие ощущения вы испытывали при полете во сне, при полетах во сне. Вот эти ощущения, а самое главное, что когда вы их начинаете сейчас вспоминать, эти полеты во сне. Вот теперь обратите внимание, вот вы даже прикройте глаза сейчас вот так вот и вспоминайте, как вы летали во сне, как вы там отталкивались ногой или рукой, как вы взлетели, полетели, какая-то прозрачность в этом ощущении, какая-то необычность, необыкновенность, какое-то удивительное ощущение. Вот, видите, я начинаю задумываться, вспоминать, и у меня вот появляется раскрепощенность. Да, и у вас это появляется. Попробуйте сейчас сделать. И, пожалуйста, мне сейчас напишите, какие ощущения вы испытывали. Да, продолжаете ли вы летать во сне вот сейчас уже, если кто-то здесь взрослый очень, пожалуйста, и вы напишите. Да, или в каком-то моменте у вас это оборвалось состояние. А если вы начинаете сейчас вспоминать, вы начинаете выздоравливать. Вот что интересно. Да. И клетки мозга получают больше кислорода, и дышать становится легче. Да, дыхание становится каким-то свободным. Таким, ну знаете, такое, как при ключевом дыхании, когда вы вроде дышите, вроде не дышите, и это вам не мешает думать, о чем вы думаете. Состояние такое приятное. Ну да, вспомните сейчас и напишите мне. Это мне нужно для следующего ролика. И там я сделаю такое вам сообщение важное, полезное, интересное. Да, а тем, кто не летал во сне или перестал с какой-то поры летать, или только-только падает во сне, да, там в сновидениях, то я им расскажу,
что надо снимать нервно-мышечные зажимы, налаживать кровоток мозга, улучшать работу шеи, освобождать себя от этих блоков. Да, и мы это делаем на бесплатных ликбезах, когда все выходят в Zoom и там задают вопросы, и я там даю советы. А сейчас, пожалуйста, чтобы мы все это сделали прекрасно, напишите об этих ощущениях, которые у вас бывали во время полета во сне. И еще раз напоминаю, когда вы начинаете это вспоминать, вы уже начинаете чувствовать себя лучше. Лучше, лучше, лучше. Да. Эффект будет продолжаться, улучшение самочувствия и потом, после действия, и завтра, послезавтра. Потому что воспоминания, ощущения полета во сне – это оздоровительная техника. До встречи, друзья!